Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная атака 2. Забираем с тобой 6 кристаллов. Это за четвертый день. Ну что, мы остановились на 97-й миссии. Так, кого нам взять для прохождения? Ну, я думаю, что, наверное, возьмем тормоза Джо. Да, это наш основной, так сказать, герой. Мир жесток. Кто бы, блин, в этом сомневался. Да хорош ты, белка, ну. Да чтоб тебя, даже попасть не могу, прикинь. По какой-то несчастной белке я не могу попасть. Так, козявками хорош, что меня закидывать, а? Гориллы несчастные. Так, мне нужно белку-то подбить, а не любоваться на нее, согласись. В плане закончить патроны, вы... Какого лишего? Так, ребят, подождите секундочку. А почему так быстро у меня закончились патроны? Вот это вот ты мне объясни, а? Да, к сожалению, Джо здесь не справился. Но это не его вина. А, наверное, скорее всего, моя. Хотя мы можем, давай пройдем, фиг с ним. Чего? Мне дали всего 12 патронов? Вы сейчас издеваетесь? Как вы вообще этот подсчет ведете, я не понимаю. Да у меня не хватит. А, подожди-ка, если динамит. Здоровски. Они, видишь, как-то рассчитывают. То ли по одному патрону на противника, или как у них идет это, я не знаю, ребят. Но вот сейчас мы с тобой умудрились пройти. Окей. Уровень 97 позади. Так, серия побед 10%, плюс 15 монет. И тормоз Джо вместе со сварщиком нам выпадает. Так что двигаемся дальше. 98-я миссия. Что на этот раз? Бойся, бойся как можно сильнее. И вот начинаются эти крутилки идти, а? Что же делает этот хамелеон? Он облизывается, ребят. Я не знаю, что точно он делает, но я знаю, что вот этих хламонов надо точно уничтожать. Ага. Так подожди ты, я же хочу приключиться. Какой-то ты странный немножко. Вроде говорю, дай переключиться, а он мне такой возможности не дает. Я имею в виду именно между патронами. У меня же есть разрывные, как ты видишь. Так. Раз, два. И добиваем. Все, здесь у нас отлично получилось. Ну что же, погнали тогда дальше. И у нас 3 монетки. 98 уровень пройден. Причем идеально. 15% побед, монеты и пейпер вместе со сварщиком. Погнали тогда дальше. 99-я миссия. Тормоз Джо по-прежнему рулит. Опасные деньки. Да я уже понял, что денежки опасные. Вы так будете из лифта выходить и меня терроризировать, да? Я не успел утку, ребята, подхватить. А это успел. Ну, толку-то мне от этой уточки. Нате вам, голодранцы. Упс. Упс. А все, я обсох. Друзья, я обсох. Раз, два. Да как же тут идет этот подсчет, я не понимаю. У меня не хватило патронов опять. И сейчас меня, к сожалению, здесь завалят. На этот раз у меня не получится, как говорится, сделать откат. И поэтому я возьму... Слушай, а давай возьмем с тобой этого Вэя. Может быть, он здесь разрулит все-таки ситуацию получше. Опасные деньки. Полностью себя, ребята, оправдывает название. Так, утка, иди сюда. 28 патронов дает уточка. Одна. Тут вообще дал только монетку. Не-не-не-не-не, Вэй, ты давай-давай-давай, строчи. Так, утку берем.
К сожалению, утка мне здесь ничего хорошего не дала. А если я вот так вот сделаю вазами? Они же сгорят. Так. Ну вот смотри, вот опять у меня... А, нет, подожди, еще не закончилось. Есть! Прям патрончик в патрончик. Это хорошо, что здесь утка появилась, которую я успел подобрать. А так бы нас распетрушили бы. Ну что, дедушка Вэй помог. В принципе, справился со своей поставленной задачей. 5% мы с тобой получаем. Плюс 10 монет и сварщик вместе с Вэем. По-моему, Вэя можно прокачать. Да. И должно у нас хватить денег. Кузен Рой открылся. Так, а больше у нас... Хотя, подожди, пейпер может уже улучшиться. Давай. Открывается у нее гранатомет огненный. И пока все. Так, ну что, сотый уровень, поехали. 5% к выигрышу. Голод. Дай-ка я уничтожу эту фигню. Отлично. Вон они. Катятся. А там макаки. Козявками своими в нас пуляются, кстати. Утка, иди сюда. Вот обожаю, когда вот так вот все происходит. Когда их мало. Дай-ка я вазу туда брошу. Каждый патрончик будем с тобой по назначению выстреливать. Если такое у нас, конечно, получится. Пока вроде бы все нормально получается, если честно. Есть. Готов. Так, вот этот вот. Комарика так аккуратненько, аккуратненько. Ну давай ты, господи, ну. Здесь. Идут, плывут. Дави, какая перезарядка, все понятно, короче. Ну, здесь можно некоторых ребят выпускать. Как бы от них толку нету. Ну, а вот остальных, которые издалека бомбят, естественно, лучше уничтожать. И в принципе, дед Вэй с этим у нас справился. Уровень сотый. Так, в сундуке у нас что? 10%, плюс 13 монет, сварщик и Вэй. Двигаемся далее. Кстати, скоро у нас появится еще новый противник, если не ошибаюсь, это лиса. Тоже очень-очень противный враг. Кстати, у нас же здесь бесплатно. Мы можем одну карточку на Вэя взять. И вот так вот. 5 карточек на пейпер. С деньгами у нас вообще все плохо. Как и с кристаллами. Ну а что поделаешь. Кто сказал, что будет легко? Никто. Ну что, 101 уровень. Очередной день на болоте. Так, иди сюда. Видишь, как мы выстрелим с тобой очередь. И все хорошечно у нас получается. По бобрам надо чуть-чуть побольше. Чуть-чуть, говорю, побольше. Да чтоб тебе с этой перезарядкой своей. Так, утка. Забрал? Успел. Дед, конечно, хорош, но перезарядка у него долго идет. Пока он поменяет. Давай. Гасим этих бобров. Найс. Так, у нас с собой есть кувшин. Давай, наверное, мы закинем его. Уточка. Солидно. Дала мне патрончиков. Почему-то у этого деда Вэя, я смотрю, очень долго копятся вазы. Ты посмотри. Так, ну-ка, подпалим. Шикарно. Слушай, если аккуратно играть, но это хорошо, что они идут не такой толпой, как обычно. Когда их там целая рать, там почему-то аккуратно у нас не получается. Идеальное прохождение сейчас было. Так, открываем сундук. Проценты. Так, пейпер и фрости.
Давай дальше двигаться. Угу. Черепаший домик у нас появился. Слушай, нет, друзья, это не лиса, это кошка. Я что-то не помню, что они делают. Ну, сейчас вспомним. Ну что, попробуем, наверное, за соседа сыграть. Что, так, сезон дождей. Допустим. Так, кошка, монстр. Что она делает? Кто мне напомнит? Что? А, это она просто умирает? Так, секунду. А-а-а, кунай и бросает. Все, понял. То есть она идет. Мы ее... будем, типа, да? Да ну хорош. У меня, ребят, патрон кончается. Вот что я могу сказать. И что? Если... да как мне так сделать-то? Здоровски. Ты... так, утка. Мне не хватает. Этих-то вроде бы подбили. Нет. У соседа очень большой недостаток в том, что у него очень мало патронов. Ну ты, я думаю, видел, да? Здесь мы с тобой возьмем, наверное... о, точно, волосач. А ну-ка давай-ка. Ты-то мне тут должен помочь. Против этих кисулек. Но киски очень, ребята, такие... тугие, так скажем, да? На... то, чтобы их так быстро уничтожить, не получится, короче. Ты посмотри. Ну да. Пора переключаться. Их даже с нашей мощной винтовки, ребята, не так легко уложить. В плане патронов. Как так-то? Ну так быстро это все-таки заканчивается. Эй, вы мне объясните. Да горите вы уже, чухондрики. Все, справились. Благодаря, конечно же, гранатам. Просто я их забросал. Так, ну что же, этот уровень у нас пройден. И мы с тобой двигаемся дальше. Сундук открываем. 12 монет, тормоз Джо и пейпер. Окей. 103-й. Так, это у нас продержаться, да? 60 секунд. Но здесь, я думаю, можно взять, наверное, и сварщика. Сварщик, я думаю, продержится здесь это время. Да-да-да. А, это суперсложный уровень. У-у-у. Значит, халявы не будет, да? Наверное, надо было брать Фрости. Наверное, надо было бы брать Фрости. Но это опять же не точно. Да куда ты хаваешь там уже меня, а? Пора запаливать. Ёк, макарёк, нифига себе. Вот это да, ребята, это действительно суперсложный уровень. Потому что я здесь охренеть как много. И тогда мне в этом случае понадобится, естественно, наш волосач. Почему я все время на него кликаю, а? Скажи-ка мне на милости. Так, волосач, главное, меня не подведи. Плиз. Да какого лешего ты стал стрелять ты? Понимаешь, есть сложные уровни, а есть суперсложные. Так вот это вот суперсложный. И когда их тут уже будет много, нам, наверное, знаешь, что будет выгоднее брать? Погнали. Так, ну а с этим придется вот здесь вот тогда возюкаться. Нет, ребят, не получается нифига. Сейчас заклепают. Здоровья не хватает.
Прикинь? Просто элементарно не хватает здоровья. Меня распетрушивают. Так, ну что, тогда, наверное, может быть, Фрости попробовать взять. С его... Подожди, а у нас же кто заморозкой занимается? Не Фрости ведь, так? Нет, он замораживает, но не так, как я имею в виду. Тут он просто их замедляет. Ну давай ты, господи, ты... Что ты там облизываешься, а? Давай, строчи, господи. Да что же тут за фигня-то происходит, а? Не хватает. Не хватает мощей. Супер, блин, сложный уровень. Зашибись. Так, где у нас этот... вот, нет. Вот, по-моему, он, да, у него есть граната, которая может заморозить врагов. Но у него сам уровень по себе маленький. Вот как вот... Давай, 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 старик. Закидываем. Строчи, 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 как никогда. Вон эти с аркебузами. Три, два, один. Есть, выиграли. Фух. Опять же, ребята, повторю, заморозка нам здесь очень сильно помогла. То есть мы бросали гранату, враги были заморожены. И за счет этого у нас шли дополнительные секунды. Прикольно. Опа, нифига у нас тут сундучок. 42 монеты аж. Так, тормоз Джо 7. И сосед Вилли 4. Карточки нам дали на него. Так, ну это у нас обычный, да, уровень? Где у нас тормоз Джо? Поехали. Оказывается, монстры существуют. Ну, понятно. Куда ты полетела? Давай, 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 давай. Эть! Да хорош же! Ну, зашибись, у нас уже патроны закончились. Как тебе такой расклад? Вот скажи-ка мне, как тебе это нравится или нет? Мне уже нечем стрелять. И утки, я так понимаю, здесь в ближайшие секунды не будет. Кузен просто сидит и ничего не делает. Да, ребята, придется выходить... Джо мне здесь не помог. Джо мне здесь не помог. Значит, попробуем за Пейпер сыграть. С ее зажигательными. Смотри, видишь, всего дают 75. Мало. Давай туда вон в кучу. Эти еще гаденыши прикрывают, видишь, они свои эти ножи крутят, ну и, соответственно, защищают. И что, вот что они теперь делать? Ну давай, так вот подорву тебя. Охламон ты несчастный. Погнали. Жгем. Умудриться надо как-то. Все, все, ребят, закончилось. Только лишь граната у меня осталась. И больше ничего. Кристаллов у меня тоже нету. Как же это чертовски сложно, а? Распределить каждый патрон.
А тем более на такой персонажке, как Пейпер. Это, мне кажется, вообще нереально сделать. Давай попробуем с тобой за сварщика. У сварщика в чем преимущество, ребята? После того, как он использует рожок, он бомбит подствольником на автомате. Ну? Так, что-то зато он сам по себе как-то слабо бомбашит. Брусим. Давай, 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 нафигачивай. И опять у нас ничего не осталось. Я, конечно, рад, что вы мне показываете, что у меня ничего нету, но... Все, ребята, опять фигня получается. Вот объясни мне одну вещь. Как я здесь должен с минимальным запасом их победить? Как? Еще эти плешивые крокодилы, которые отбивают, естественно, мои патроны. То есть я стреляю им пофиг. Тормоз Джо. Ну погнали за тормоза Джо попробуем. И же самое обидное, что еще вот так вот делаешь, стреляешь, и они сразу начинают свою фигню эту крутить. А утки, как мы видим, дают всякую фигню нам. Монеты вместо патронов. Сколько там у нас? Последний патрон, да? К примеру, сделаем так. И динамит. И не хватило. Ну ты посмотри, а. И не хватило. Вот буквально, ребята, одного патрона, чтобы его уничтожить. Ну ведь тупо же это на самом деле, а. Ну ведь согласись. Ой, будь добр. Давай ты только не схандри, а. Сделай все четенько. 84 патрона дают вместо, блин, сколько там он обычно получает? 170, да, по-моему? Да хорош там уже закидывать меня, а. Так, ладно, хорошо. Крысеныш готов. Так, закидываем. Слушай, может быть, хватит? Если выживем, блин. Все, опять не хватило, да? Опять, ребята, не хватило. Да чтоб тебе. Но вы, по-моему, был очень близок к тому, чтобы их разбомбить. Так, энергии нету. Ну, сосед, это фигня. Давай попробуем тогда за вот этого. Давай, 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 давай. Короче, заморозку бросаем. Сколько там? 47 патронов у нас, да, осталось? Видишь, что они делают? Ушлепки. Они просто идут и... И я их не могу, ребята, пробить. Все, и патроны кончились. И ничего больше нету. Тут действительно сделано так, чтобы ты каждый патрон должен по назначению, ребята, применить. Каждый патрон.
Здесь во всем виноваты вот эти вот вонючие крокодилы. Вот эти вот. Почему? Ну, потому что, ребята, вот они так крутят. И, соответственно, я не могу из-за этого ничего сделать. Погнали. Вот пока они оглушенные, с ними, да, можно что-то сделать. Или пока он не прокрутит свою эту фигню. Так, поехали. Так, я сейчас этих бобров попробую в первую очередь ушатать. Видишь? На тебе из подствольника, достали вы уже. Плешивые. Блин, вот кто бы мог подумать, что Фрости здесь вот справится. И мне почему-то казалось, что он вообще здесь не потянет. Но видишь, оказалось, что наоборот, он единственный, кто мог здесь справиться с этим всем делом. 5% серии побед, 14 монет и тормоз Джо. 4 карточки и плюс Вэй. Тоже 3 карточки мы на него получаем. Ну что, давай двигаться дальше. 105-я миссия. Посмотрим, сможет ли здесь выживут сильнейшие. Блин, комаров вот только мне тут и не хватало. Ну-ка. Дай-ка я вот этих вот подчикаю здесь. Гранату. Да как же вы меня достали, как комары вонючие. Слов у меня просто на вас нету. Никаких. Так, вот они в кучку там идут. Давай их вот так вот, наверное, бомбанем. И гранатомет. Так, отлично, отлично, друзья мои. Все у нас получается. По патрончикам тоже уложились. Ну, Фрости, ну ты крут, ты крут. Тут с тобой не поспоришь. Так, двигаемся тогда далее. 10% награды. Так, монетки, Уэй и Сони. Это получается у нас 106-я миссия. Окей. Мир жесток. Так, бобры. Бобры, собственно, персоны. Так, так, тихо, 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 блин, начинается. В этом случае лучше взять, да, как говорится, подствольник, шарахнуть по ним, чтобы они были оглушены. А уже после этого их просто-напросто расстреливать. Но патроны, как ты видишь, тоже не вечные, поэтому они закончились. И эти патроны тоже закончатся сейчас. Все. Фрости, все. Как видишь, мы с тобой отстрелялись, блин. Помощи нам ждать неоткуда, поэтому мы здесь с тобой проигрываем. Давай тогда возьмем, знаешь что? Пейпер не хочу. Вот. Волосач. Может, у тебя здесь что-нибудь да получится? Получше. Видишь, они еще усиленно идут. Некоторые в панамках. Поэтому вначале панамку сносишь. А потом еще только их. Ну все, все, все. Ты что-то, блин, разошелся. Горите, гаденыши. Так, секунду, у меня очень мало патронов. Все. Да как же так быть-то? Опять что ли вот это вот. Как это объяснить-то, даже не знаю. Каждый патрончик нужно беречь. Да? Ну-ка давай попробуем сварным. 75 патронов. Почему так мало патронов дают изначально? Вот объясни мне. Я вроде и уточки не пропускаю, все ловлю. И все равно не хватает.
И, грубо говоря, каждый патрон, в принципе, пытаюсь как бы сэкономить. Но, как видишь, что-то не особо получается. Сгорите вы, ублюдки, а, мелкие. Сгорят? Да сгорит их мырь, а. Есть. Вот так вот, ребята. Охренеть можно. Каждый патрон в свою цель. 106 уровень у нас пройден. Давай мне награды. Так, монетки, сварной и вэй. Да, нам дофигища нужно карточек для того, чтобы прокачать. У нас хоть кто-нибудь вообще готов еще получить левел? Вообще никто. Ну что, Джо, погнали, блин, а потом будет спаси куриц. Бойся, бойся как можно сильнее. Что за намеки? Бойся, бойся как можно сильнее. Знаете, он динамит. Так, вот когда они оглушенные, вот эти вот крокодилы, тогда лучше всего их бомбить. Это самый эффект, самый цинус. Так, взрывчатка, взрывчатка, быстрее, быстрее, быстрее бросаем туда. Окей. Ты мелкий прыщ, а? Все. Такой Джо базуху сразу поменял. Такой, ну подходи, гаденыш. Сейчас тебе дам снаряд в рот. Ну что, 107, как говорится, мы прошли. 10%. Так, 13 монет. И Сони. Сони мы можем с тобой прокачать. Кстати, надо будет это сделать. Дедуля, в принципе, неплохой. Его заморозка может очень даже неплохо помочь. А ну-ка. Это только лишь 3 уровень он получает. Офигеть. Блин, спаси куриц. Вот мы с тобой и добрались до этого бесявого уровня. Ценная стая. Так, подожди, подожди, хамелеон эти... Твою налево, я ничего не успеваю, ребят. Да ладно. Трындец, я не увидел, что там муха эта летала. Все. Заплевали, просто элементарно заплевали эту курицу. Нет, Сони здесь не помогает. Здесь нужен, типа, вот, знаешь что, вот так вот, волосач. Чтобы была массовая атака. Чтобы он бомбил, как говорится, и одним выстрелом сносил сразу двоих, а то и троих. Особенно вот против этих москитов. Ну и вот этого гада тоже нужно сваливать. Да что там, блин, происходит? Не вижу нифига. Так, пора, короче. Ну, ты будешь стрелять сегодня или нет, блин? Трэш какой-то. Нифига не спасаем. Не успевает. Не успевает. Что же сделать? Давай попробуем так. Ну, это мало, ребята. Чего у него там патронов сколько? 30 всего лишь. Ну как ты... Блин, 29 уже. Хоть у него каждый патрон, грубо говоря,
как бы тебе объяснить, оглушает врага. Ты, я думаю, видишь это сам. Ну давай, давай ты. Трындец, блин. Вот и все, да? Вот мы и поиграли. Давай туда два. Так, капкан раз. Есть. Я, по-моему, успел. Да, ребята, успели мы. Фью. Чётенько, на капканах чисто сыграл. Замечательно. Видишь, у него каждый выстрел оглушает противника, и противник стоит. Это как бы большой плюс был для нас. Вэй, и опять же выпадает нам Сони. Доступен новый контент. Загрузить эпизод 3, конечно. Еще меня спрашивают, загружать его или нет. Угу. Так, 43 монеты. Волосач, Вэй и Тормоз Джо. Плюс 6 гемов. Так, ну что, друзья мои, у нас с вами... Подожди. Мы обновили. Может быть, нам надо перезайти в игру, потому что все зависло в данный момент. Так, давай посмотрим. Ага, вроде все отошло. Глава 3. Так, и давай мы, наверное, возьмем с тобой... Тормоза Джо. А, у него энергии нет. Давай его я возьмем. Енот руки. Твою налево. А почему енот руки называется, интересно мне знать. Видишь, они начинают крутить. Да блин. А вас вам не надо, голубки, а? Вэй. Крысу эту вали, пожалуйста. Так, отлично. Здесь шварпами. Убили. Это я просто на опережение, ребят. Так, давай бросим. Что там хватает у нас? Да, вроде бы проходим довольно неплохо. И у нас даже еще остаются патроны. 37 штук. Так что Вэй тут нормуль. Все сделал как надо. Ну что, мы с тобой двигаемся далее. Смотрим. Сундук. 4, да? 4 карточки здесь у нас. Монетки, Фрости, Сварной и один кристалл. Неплохо. Ну что, 100... А, 110-я миссия. И что у нас здесь? Дождливые деньки, сложный уровень. Блин, когда они вот пишут сложный уровень, это значит, мы будем в чем-то ограничены. Либо в патронах, либо монстрики будут намного сильнее, чем обычно. Окей. Так, иди сюда. Шикарно. Утка. Ну что там опять за... Кисы, тихо, кисуленьки. Да успокойся ты, киса. Так, подожди, врагов-то еще будет, ребят, предостаточно. Бросаем, наверное, сюда вазу сразу же, да? Замечательно. Так, а это, как я вижу, последние противники. Так что нужно рассчитать патроны. Готовы. Как-то так, друзья. Старик Вэй нас не подвел. В очередной раз, кстати. За что ему респект огромный.
Ну, смотрим, что дальше у нас. Так, сундук. Монетки. Тормоз Джо. Пейпер. И три кристалла. Единственное, что я хочу посмотреть. Мы же вроде бы можем кого-то прокачать. Ага, нет, подожди, не можем. Так, ладно, я что-то подумал, что можем все-таки. Так, увы, я закончились жизни. Так, сосед Вилли, может быть, за него попробуем поиграть. Прочь с дороги. Блин, теперь и обезьяны, ребята, начали в панамках ходить. Ну, панамка, это ты понимаешь, да? Это просто усложненные, более защищенные, так скажем, противники. Бросаем. В плане. Слушай, а базука-то у этого соседа Вилли просто жесткая, бомбит сразу же. Отлично, за счет нее мы, в принципе, и выдержали здесь все. Так сказать, наш... Опа, смотри-ка, сундук. Может, кого дадут нового, нет? Эх, точно, друзья мои, это Ларри. Новый персонаж у него, смотри-ка. Такая двухстволочка. Двухстволочка у Ларри. Так, дай-ка я тебя прокачаю, наверное, малька. Так. Ну, естественно, мы его протестим. Обязательно. Давай-ка здесь сыграем за, опять же, соседа пока. Рой. Кошер этот... Давай так аккуратненько. А, у нас закончилось. Я думаю, что такое-то? Дай сюда, мне нужно. Блин, ребят, мне нужны как бы патроны. И их у меня не хватит, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как же так, соседушка? Ну как же так ты сфейлился, а? Блин, на 25% мы с тобой сфейлились. Ладно, давай посмотрим, что за Ларри у нас такой чувак. Я, конечно, все понимаю, что уровень у него всего лишь ничего, но... Посмотрим. Ага. У него тоже, ребята, есть подствольник. Гранатомет, скажем так. А вот это что? Ёк, Макарёк, что-то... Психанули, да? Кисоньки психанули. Так, она сгорит или нет? Это киса. Твою налево, ты серьезно? Не хватило, не хватило буквально чуть-чуть. Слушай, я все равно попробую сейчас за Ларри сыграть. Мне понравилась его вот эта вот бомба. Она довольно неплохо наносит урон. Если ты не успел заметить. Тут главное кошар вот этих убивать и все. И будет, как говорится, нам счастье. Кошара сгорела. Утка, иди сюда. Ну-ка, смотри. Да дуплись ты уже. Крокодилы, не подходить ко мне. Забрасываем.
Так, вот этого кота пока мы с тобой не пришибем, ничего хорошего у нас не будет. Ну вот, в принципе, и все, ребят. Я же говорил, Ларри это крут, чувак. Все у него получается, он довольно быстро стреляет. Классный урон. Особенно вот эта вот мина его шипастая, вообще шикарно уничтожает противников. Так, 5%, понятно, серия побед. Монетки Ларри, которого мы, по-моему, с тобой можем сейчас прокачать. Или не можем, я уже не помню, сколько нужно на него карточек. Нет, не можем. Опять же, пока у нас никого на прокачку нету. Ну что, давай 113 уровень попробуем опять же сыграть за Ларри. Бойся, бойся как можно сильнее. Но давай, 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 давай этого хамелеона. Они какие-то, ребята, группами идут. Серьезно, я говорю, группками. Ну да, я жму, ребят. У меня не получилось. У меня не получилось, потому что они просто меня раздавили здесь толпой. Ладно, мы тогда с тобой, знаешь, что возьмем? Если Ларри не успевает с ними совладать, у нас для этого есть дядька Волосач. У него неплохое второе оружие, которое может бомбить охрененно, снося практически любых чувачков с одного выстрела. Так что я думаю, здесь ему как раз будет обалденное веселье. Так, пора разгрузиться, да? Разгрузились. Здесь, наверное, гранатами. И ждем следующую волну. Тихо-тихо-тихо, что это? Давай этих хамелеонов расколбасим. Ну, а крокодил уже проще парень на репы. Да хорош, 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 хорош кусаться уже. Есть. Я же говорю, Волосач норм, мужик. Да не все тут нормальные. Главное правильно подобрать тактику и выбрать нужного персонажа под нужный, так сказать, уровень. Давай нам награды. Так, монетки, Торнос Джонс, Сони и два кристалла. То, что мне нравится в этой игре, что нет вообще никаких реклам. Прям играешь и отдыхаешь. Сохраняй спокойствие и продолжай стрелять. Такое, как сказать... Да ё-моё. Чё-то мне как-то... Я не успеваю, ребят. Только вот так вот, если... И ее просто, блин, завалили, а? Щенки вонючие, блин. Ладно, сейчас что-нибудь. Блин, у нас тут тормоза. Давай за него, фиг с ним. Так, улучшить? Улучшить. Угу. Вот как раз мы сейчас и проверим, насколько хорош он будет, этот тормоз Джо. Так.
Ну. Понятно, пока он там со своей перезарядкой, блин. Так, тихо. Так, оглушили. Теперь валим. Так, ну по хп пока тянем, ребят. Все. Фью. Подствольник, конечно, здесь сыграл свою роль. Ни причем неплохо. Ну что, друзья мои, я думаю, наверное, на сегодня будет предостаточно. Неплохо мы поиграли. Как по мне. Так, у нас, по-моему, Ларри может прокачаться. 4 карточки он получил. Да. Опа. И Ларри получает у нас 3-й уровень. Замечательно. Так, ну что у нас тут осталось? Шиш да не шиша. Здесь. А хотя давай посмотрим, что это у нас за новый такой персонаж. Так, у Ларри нет здоровья. Пейпер. Нет. Давай, наверное, за тормоза Джо. Так, нам нужно здесь продержаться опять 60 секунд. Они падают один за другим. Они падают один за другим, да? Что это за название такое? Подозрительное. Я просто не успеваю. Так, ребят, что-то их тут... Дофигища, времени у нас... Есть, я успел. Сбрасывайте. Вот так вот. Молодец, тормоз Джо. 115 уровень пройден. Так, 14 монет, Фрости и сосед Вилли. А теперь у нас будет... Кто ты? Кто это такой? Енот? Не енот? Фиг его поймешь, кто. Давай посмотрим. Где мой гриль, чувак? Красная панда, монстр. Вот что-то я таких не помню, если честно. Красная панда. Что-то они уж больно быстро бегут. И причем они... Я думал, они будут попроще, ага. Ну давай, давай, строчи уже. Понятно, короче, с этими уже бесполезняк. Сколько у нас там здоровья еще есть? Есть. Погнали. Слушай, мне кажется, тут мы ничего с тобой не успеем. Что я там одними гранатами, ребята, буду отбиваться? Это фигня все полная. Нет, волосач не справился, к сожалению. Хотя, нет, не будем тратить. Гемы нам пригодятся. Возможно, будут такие сложные уровни, где нам придется воспользоваться этим моментом, но не сейчас. Соседушку может взять. Давай попробуем через соседа. Где мой гриль, чувак? Вот кто бы мне сказал, где твой гриль? 3 выстрела нужно по этой панде, чтобы ее уничтожить. Так. Так, эти кошары тут еще идут.
Ну ладно, допустим. Так, я попробую закидать их этими капканами. Ты, блин, серьезно сейчас? Вот ты сейчас... А, подожди, 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 у нас есть... Фух. Прикинь, один капканчик у нас последний как раз остался, и я им подбил этого последнего крокодила. Это просто какая-то удача, ребята, по-другому не назвать. Ну все, теперь я думаю, что можно действительно закончить эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!